Я был обычным Саней Тихим, когда был грустным, когда радовался, жил в отличном месте, мечтал стать паладином, купил комбик, и комбик сказал мне, что я стану Гитлером, блядь. Я сказал, схуяли, да потому что пизденыш спиздил комбик и передал его другому пизденышу. Я обозлился. Меня приехал жить в гопнический район, меня пиздили, я стал бешеным, я стал призывать людей, блядь. Верните мне комбик, найдите пизденыша этот. Найдите пизденыша, его нашли, блядь. Но потом опять оказалось, я сделал пушки, мы стали все хуярить. Его выпустили, мы его стали хуярить, блядь. Все расхуярили. Только чтобы найти пизденыша, который украл мой комбик. И наконец-то нашелся. Комбик вернул. Ну а потом он опять, блядь, его, блядь, опять перепродал. Я опять обозлился. И тогда я стал брутальным. Я пришел, блядь, к этим копам, блядь, сказал, где пизденыш, который спиздил мой комбик. Он сказал, да мне поебать, он там сидит где-то. Я, блядь, комбик мой. Да ты заебал, мне похуй на твой комбик. Сказал ему на английском языке, ну, чтобы он доебался просто, потому что этот комбик для меня важен был. Ну, в итоге в итоге вернули мне комбик. Этот пизденыш, блядь, объявился, вернул комбик. Я стал паладином и стал заниматься музыкой. Играть через комбик. И все. Вот сказки конец. Подписывайся.